Первый тайм сложился непросто, хоть и по счету игра, в принципе, сложилась уверенно. В самом дебюте пропустили. В чем причина? Недонастрой? Да нет, вряд ли. Просто какая-то недоуверенность, скорее, в своих силах. Вышли, они нас начали понемногу возить. В итоге забили, а потом мы уже нашли свою игру и потихоньку включились. Переломили игру, собственно, и все. Ну да, наверное, немножко, может быть, не настроились, как бы именно вот на первые минуты. В целом к матчу уверенно подошли с настроем. А именно на первых минутах, может, не доразмялись, как бы какая-то такая расслабленность была. Потом вкатились, и все пошло. Ну и тогда за счет чего удалось, ну, не только отыграться, а выйти вперед, причем довольно-таки уверенно? Ну, просто, во-первых, реализация хорошая, во-вторых, то, что мы в свою игру вкатились, начали мяч держать, то есть уже, так сказать, по нашей инициативе игра пошла. В принципе, все, вратарь там пару раз тоже выручил. Что скажешь еще? Ну да, то, что выручил пару раз, и... Ну, не больше там, да. Играли свою игру. Показалось, что во втором тайме вы немного подсели и больше на контратаках действовали. Так ли это или со стороны только? Ну, я думаю, возможно, в какой-то степени это так, но не тем, что была такая установка, а то, что там одна замена у нас. Я думаю, мы подустали, поэтому так сидели, перехватывали и на контратаках, да, как бы шли. Ну не то, что на контратаках, мы мяч все равно старались держать. Но в целом, да, наверное, мы сзади сидели, встречали на своей половине поля, да. Ну и у вас следующая игра против Инферно. Сложно ли будет себя... С вайбом? Извиняюсь тогда. Нужна победа, и как будете настраиваться на эту игру? Будем настраиваться на победу, мы по-другому и не настраиваемся. Настроимся на победу, постараемся выиграть и выйти из группы с первого места. 9 очков принципиально? Да, почему нет? Есть возможность, потенциал, да, будем играть за 9 очков 100%.